вами снова я, говорящая чихуахуа Софи. Как я уже не раз повторялась, я очень скоро уезжаю в далекие страны и надолго, поэтому продаю свою одежду для чихуахуа. На самом деле я уже практически все продала, целые 3 мешка, но у меня еще осталось 3 вещички, которые были мне очень дороги, но пришло время продать и их. Сегодня я расскажу, как снять мерки для собаки и покажу 3 вещички, которые я продаю очень-очень дешево, для друзей не жалко. Итак, снимать мерки нужно сантиметром. Основные мерки, которые можно снимать, это длина спины от ошейника до начала хвоста, обхват груди, самое широкое место по груди, и обхват шеи под ошейником. Но также можно снимать еще мерки. Расстояние от шеи до полового органа, мерку снимать по спинке. Ширина грудной клетки, это расстояние между передними лапами. Обхват передней и задней лапы, мерки снимаются у основания лапок, самое широкое место. Длина рукава от основания передней лапы или подмышки. Обхват передней и задней лапы у основания стопы, запястья. Расстояние между передней и задней лапой. Мерку снимать нужно сбоку. Так, когда вы знаете все размеры своей собаки, вы уже можете спокойно покупать одежду. Все мерки будут указаны подробно в описании к видео. Все, а теперь про мои одежки, которые я продаю. Если захотите посмотреть фотки этих вещей получше и узнать размеры, они есть в фотоальбоме в моей группе ВКонтакте, ссылка в описании к видео. Захотите купить, пишите мне в комментариях к видео или в группе где-нибудь ВКонтакте, или просто звоните. Но до середины июня, а то я уже уеду. Итак, первое. Бархатный спортивный костюмчик с обезьянкой на спинке. Розового цвета, для маленькой собачки. Длина без капюшона по телу 20 см, диаметр 8 см, то есть обхват в теле, я имею в виду. На шее 2 кнопочки, поэтому можно расширять или делать уже диаметр воротника больше или меньше. Хорошенький костюмчик. Но я в него уже не вложу. Прикольный капюшон. А еще клевые ушки на нем. Стильная яркая летняя курточка для маленькой собачки. Она баллоневая, есть резиночки у нее, она таких прикольных цветов. Правда, у замка потерялась собачка, но починить ее очень легко. И самое мое любимое, полосатый салатовенький костюмчик из Японии. На попе у него клевых 3 зайчика, а на спинке кармашек со стразами. На животике он застегивается на 3 пуговички. У него поднимающийся воротничок, внутри утепленный подкладик. Длина его без воротника 28 см, диаметр в объеме в теле 10 см. А, да, еще забыла, я продаю еще стильную кожаную шлеечку, лакированную для маленькой собачки, с прошивкой из ярко-розовых ниток. Вот фотка. Максимальный диаметр в шее 7 сантиметров, а в теле 12. Минимальный 6 сантиметров, а в теле 9 сантиметров. Длина сверху по спине 6 сантиметров. Все фотки подробнее вы можете посмотреть в моей группе, как я сказала. Цены чисто символические. Так, тут подправить надо. Вот такая вот красота. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы ВКонтакте, ссылки есть в описании. Задавайте свои вопросы и пожелания к дальнейшим видео. И будет вам счастье. С вами была Чихуахуа Софи. Пока.